начинаю влог о наших выходных. Сегодня пятница вечер, и муж пришел с работы пораньше. Мы выбрались в парк Феофания. Это очень красивый парк, здесь очень живописно. И во время беременности еще мы сюда часто приезжали гулять. И сегодня взяли с собой фотоаппарат, сделать небольшую фотосессию с маленьким. Я вставлю несколько фоток в этот влог. И вот можете посмотреть, как здесь классно. На ночь творожок я взяла с собой, потому что мы будем возвращаться поздно и сразу положим его спать, наверное. Оксана и Коля, и мы сейчас приехали показать резиденцию Януковича. У меня, кстати, есть на канале уже видео отсюда, так что я не буду много чего рассказывать, просто немножко засниму наш сегодняшний день. Thank you.
с шампанским. Я не пила уже около 2 лет, наверное. И вот мы с гостями празднуем их приезд. Кстати, у них 4 детей аж. Я хотела снять видео с Оксаной, наверное, уже не успеем, потому что только приехали. Вот, так что очень удивляюсь, как она находит время совместить и уход за детьми, и еще и с карьерой. Вот, так что, может, как-то в следующий раз снимем. Ну все, приятного аппетита нам. И уже традиционно показываю вам новинки этой недели. Они, правда, сегодня не косметические, а вот мы получили загранпаспорт нашего малыша. Это уже нового образца, биометрический. Здесь все прям как у взрослых, с фоткой, все дела. Вот там так он выглядит. Правда, действительно он только на 4 года, но дальше, мне кажется, вообще по фотографии будет невозможно узнать маленького. Вот, так что теперь осталось дело за малым. Куда-то уехать. И еще мне доставили на этой неделе Винки Бокс. Это развивающая коробочка для деток. Мне хотелось очень попробовать этот новый украинский сервис. Это должна быть сенсорная коробочка. Но я специально ее не распечатывала для того, чтобы это сделать в видео. Вы меня просили снять видео о развитии детей, о том, как я развиваю малыша, там, с какими-то игрушками, книжечками, вот коробочкой. И я сниму такое видео очень скоро, так что следите за моим каналом. Вот, кому пока интересно, вот можете посмотреть, что это за коробочка. winkybox.com. Мне самой очень хочется посмотреть, но я держусь. Ну и сейчас мы собираемся на дачу, так что увидимся уже там. На даче. Сегодня у мужа выходной, так что он приехал с нами и сейчас сидит с маленьким. Так что у меня просто наполеоновские планы насчет съемок видео. Хочу снять одно видео, которое вы запрашивали. Еще один тег мы готовим с мамами-блогерами к 1 сентября. И если маленький заснет, то я бы хотела снять еще челлендж один с мужем. Надеюсь, вам он понравится. И, кстати, если вы не заметили, я раньше видео выпускала ежедневно, но перешла на график 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Об этом написано на баннере моего канала сверху. Вот, так что ждите видео теперь 3 раза в неделю, потому что знаю, что многие не успевали смотреть видео так часто. Ну и у меня времени в обрез снимать их, так что вот такой график для меня очень комфортный. Надеюсь, вам тоже это удобно. Уже видите, есть крыша и перегородки в середине, и еще разные детали добавились. В общем, сейчас мы пройдем, посмотрим в середине.